Привет, привет, ребята, с вами Талига, и сегодня я вам покажу, как открыть порты на своем компьютере, если вы перепробовали все способы. Для этого нам понадобится программа Torrent. Переходим в нее. Желательно новой версии, вот это у меня новая версия. Далее переходим в настройки, настройки программы и вкладочку соединения. Тут мы видим настройки порта и порт входящих соединений. Тут нам надо вписывать порт, который мы хотим открыть. Сначала я вам покажу, что у меня порт закрыт, который я хочу открыть. Вот, допустим, это стандартный, этот 25565. Переходим на сайт 2eip.ru, чекпорт и проверяем. 2565. Проверить. Ждем немного, когда у нас проверится. У меня интернет не такой уж мощный. Так, все, как видите, порт закрыт. И давайте я тут пишу 25565. 25565. Применить. Окей. Снова зайдем и проверяем опять. Порт открыт, как видите, мы уже можем создавать различные сервера. Для игр, допустим, Майнкрафта, CSGO, Serious Sam, различные игры. Давайте я вам докажу, что это не только для этого порта работает. Давайте мы проверим порт, допустим, вот этот, 27018. Ждем немножко. И у нас порт закрыт, как видите. Еще раз проверим. 27018. Порт закрыт опять. Заходим в торрент, пишем. 27018. Применить. Окей. Переходим на сайт. И проверяем. Как видите, порт у нас открыт. Как я уже повторюсь, мы можем создавать игровые сервера. Так как у нас порт открыт, но если мы закроем торрент, то у нас, конечно же, порт закроется. Вот это минус. В общем-то, это все, что я хотел сказать в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.